Спасибо. Нас приучают говорить вежливые слова с раннего детства, поэтому сейчас мы их произносим уже на рефлексе, что ли, то есть машинально. А вот кто-нибудь задумывался, сколько лет этому слову? Об этом мы поговорим с улан-удэнцами, заодно узнаем, кого и за что они хотят поблагодарить. Ведь сегодня Международный день спасибо. Так, так, вы тише, тише. Снимать выйдите. Можно чуть-чуть? 30 секунд. Я засекаю. Время пошло. Аймерген? Да. Угу. Ты у нас кто по национальности? Туинец. Угу. Ну-ка давай, я как будто твой этот имиджмейкер. Оп, оп. Самое популярное волшебное слово. Спасибо. Пожалуйста. Новый год. Вы должны слышать это точно от своих клиентов. Не слышал. Спасибо. Как часто вы благодарите кого-нибудь? Изредка. Изредка. Вы не особо благодарная девушка. Ну, а как будет на тувинском спасибо? Четтердым. Так сложно. Четтердым. Сколько лет назад появилось это волшебное слово? Не знаю. Ну, давайте примерно цифру. 7. Лет 50, наверное. 50 лет назад? Да. 100. Лет 500 назад. То есть в 1970 году условно люди друг друга не благодарили? Нет, они говорили от души. Так, еще раз. Четтердым. Четтердым. Да. А, кстати, жест благодарности впервые оказался в парижском словаре более 4 века назад. Примерно в это же время появился наш русский аналог. И имеет он религиозный подтекст, ведь изначально говорили «спаси Бог». За что ты хочешь себя поблагодарить? Вот прямо сейчас. Себя не задумывалась никогда об этом. Что я такой красивый есть. Спасибо. Я благодарна себе, что нашла время для себя. Работаешь на федеральном канале. Да, работаю телеоператором. Вот. Не на улице живешь. Да. Кто ваш самый любимый человек? Я и мои дети. Ну и муж иногда. Мама. Мама. Вот как, с какой интонацией вы бы сказали маме спасибо? Спасибо. Спасибо. А теперь представь человека, который тебе не очень нравится. И вот как ты ему бы сказал спасибо? Спасибо. Так, спасибо, да? Да. Спасибо. Кстати, как будет на бурятском спасибо, ты знаешь? На бурят? Да. Байерла. Умничка. А на французском? Ты что, не лингвист, что ли? Да я ж бурят. Конфеты есть такие. Мерси. А, точно, у меня же конфеты на работе мерси лежат такие. Есть поговорка, что собака бывает кусачей лишь от жизни собачьей. А я хочу поблагодарить вас, наши любимые зрители. Спасибо, что смотрите нас, следите за нашим творчеством и комментируете приятными словами. Поэтому пишите, за что и кому благодарны вы. А у меня все. С вами были Алтан Мункуева, Артур Звержевич, телекомпания АТВ.